искать не нужно. Зайдите на нашу официальную, в нашу официальную группу ВКонтакте. Их там полным-полно. Олег Давыдов вот пишет: передаю привет своей любимой жене и детям. Я вас очень сильно люблю. И огромный привет друзьям Ромке из Иркутска, из Саранска друзьям привет. И отдельный привет Артему, который никогда не бросит в трудную минуту. Спасибо тебе за помощь. Вот она, самая настоящая дружба и помощь. Круто очень, Олег. Пусть будет и так дальше. И у всех у нас, кстати говоря, тоже. Катя Андреева, привет, Автрадио написала. Привет Андрюхе, люблю его очень. И Катюшка подписалась. Про свадьбу нам написала Лилия Алиева. Это хорошо. И мои пожелания молодым. Счастья, самое главное, любви желает Лилия. А родителям я пожелаю, чтобы дальше радовали внуки и смех детский. Светик пишет: привет любимому парню Виктору Коняеву из Морозовской Ростовской области. Уже скучаю. Спасибо, что ты есть. Александр передает привет Рябцеву Андрею от всего кассового контроля. Вика Глухова передает привет маме Ларисе, папе Сереже Шаровым от любимых детей. Алексей Маслов, привет. Привет Насте Громовой, просит передать, пусть она не грустит. Сегодня ведь воскресенье, на улице такая классная погода. Радоваться надо, а не грустить. Ну и, наверное, стоит сходить прогуляться, подышать свежим воздухом. Ну, наверное, это можно сделать после того, как концерт по заявкам у нас завершится. Осталось всего-то ничего, друзья. И Михаил Чижов напоследок передает привет любимой жене Екатерине. Люблю ее очень сильно, пишет Михаил. Ну и вот, пожалуйста, музыкальный подарок для всех вас. Все на сегодня.